Ребятушки, всем привет, очередная серия. Ну, я думаю, это уже, наверное, одна из крайних, ребят, наверное, уже. Все, там уже не знаю, что делать, ребят. Позвонил человек, наконец-то мне. Позвонил человек, завтра будет устанавливать мне электропроводку, ребят. Ну, под противотуманки, ребят. Сейчас буду снимать бампер. Я свою машину загоню, он себе пройдет электрику. А я противотуманки все, я сам установлю. Сейчас там бампер. Вот это хочу вот найти. Там внизу, ребят, я уже снимал. Он здесь. Сдерну его. Буду ставить, ребятушки, противотуманки, ребят. Два бампера, ребят, я по бамперам что-то, я кемарил, что ли. Ту машину отдал, ребят, краску все привезли. Чувак я там уже подготовил. Все, эти коды я забрал, у них чтобы больше такого не было. Эти тумочки, ребят, буду ставить вот такие. Не знаю, 5-линзовые, 50 ватт, ребят. Ну, ссылочки, ребят, оставлю в описании. Тут проводка, это завтра ему отдам, электрику. Здесь вот это надо будет установить. А, это что, ребятушки, подарок мне прислали, ребят, не знаю, подойдет, не подойдет, это такая, ну, тоже я сделал, ребят, что, бесплатно, ребят, ссылки, еще раз говорю, оставляю в описании, ребят, смотрите, переходите, это, ребятушки, знаете, крышка, типа, чтоб не бросать ее раз, подходит, ребят, чика так она, хоп, будет, не знаю, куда прикрепим ее, потом погляну, куда она войдет, ну, вот, наверное, этим закончили, вот так вот, раз, и приклеится, ну, пацаны, это у нас это не важно, ребят. Подарок. Я все равно ссылочку оставлю в описании, ребят. Такая вот. Скотчем. Движок, ребят, все чистенько, но тут есть. Так, так, так. Что у нас? Ряжки не заглядывай вообще под капот. Вот. Как вот поменял вот эти штуки. Все. Все чистенько. Ну, грязь оттуда идет все равно. Так, так. Ну все, сейчас, ребяточки, будем снимать бампер. Бампер сниму. И будем устанавливать, и посмотрим, как у меня это все получится. Вот краска, ребят, краска с подбором подошла, 4 с чем-то. Потом еще он сделать, мне тут надо будет или чем-нибудь тычкануть. Ну, это пластик. Сейчас второй будет бампер стоять. Блин, ребят, дождался. Все. Ну, сейчас против банки. А завтра, я думаю, сделать, как раз вечером он сделать, заберем. И поедем проверять, ребятушки, как они горят до и после. Потом, ребят, найду, кто стенд отрегулирует мне фары, что против туманки, что такие фары больше надо регулировать. Ну, фигу подготавливать. Ну, ладно. Я думаю, что сейчас вас еще на лоб. Будем. Не знаю, что сниму. Что, смотрите, как я снимаю. Я уже снимал. Пленочки, ребятушки, видите, она чем-то помазана. А, это не помазано, это я же брызгал, ребятушки. Он, видите, подтек. Вот видите, все текет, нормально. Растекся он там. Ну, я забрызгивал, ребят, как он. Бляха. Ну, все, ну, поняли, в общем, что я. Давайте, друзья мои, не будем, как говорится. Че он? Мовиль, мовиль. Жарин, он растекается, ребят. Ребятушки, я вас на голову зацепил. Вот так вот будет мне выглядеть. Ребятушки, все, поснимал болтов. Бля, капец, болтов-то кучу, друзья мои. Вон всякие такие, каких только нету, ребята, все есть, да? Потом сейчас заглянем, ребятушки, под низ, там тоже такие хохмы есть небольшие. Ну так, ребят, ну что, сейчас подкручу. Потихонечку, хоп, оп, оп, оп. Ребятушки, ну что, я снимаю это их, блядь, на изи, блядь. Опа. Так, ну все, сняли. Так, сверху у нас, ребятушки, держится. Не забыть защиту обратно переключить. Так, 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 опа, 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 датчик что ли спал. Ребятушки, датчик, а как он у меня держался? Капец. Ребятушки, ну вот видите, такой мух. Так, ладно, друзья мои, не знаю, как он видно, не видно, это понесем туда, аккуратно положим его сейчас. Так. Раз его сняли. Грязюка. Так, ребят. Вот вы еще видите, не видите, друзья мои, еще понимаете. Так. Это да, автопром. Как он тут у нас был? А! Вот здесь он должен быть. А что, как успал, интересно? Интересная штука. Ребятушки, ну мухи вон есть. Это решетка от мух, ребят. Да нет, мухи-то будут попадать. Видите, хорошо отряхается. Ну это камни, ребят, представляете, вот тут камни были бы. Мухи, да что он стряхнул, и все.
Так. Мои, ребят, тут еще потом пробрызгаю все. Прежде чем одевать буду. Не знаю, я хочу темненьким подкрасить. Да, ребят, напишите, стоит, не стоит. Чтобы как-то это не так бросалось. Ну все, вот видите. Раз-раз. Мух стряхнул. Ребят, ну все равно, я вам скажу, решетку делайте, ребят. Сетка нужна, ребят. Ну вот это самое дорогое, кондиционера. Самая дорогая штука. Ну, хер его знает, ребятушки. Перегревается, да не слушайте никого, ни хера не перегревается, ребят. Кондиционер проявляешь, нормально все. Вот. Так, друзья мои, ну что, сейчас пойдем это. Сейчас тут посмотрю, что мне тут надо. Так, это у меня что здесь интересно было. Никаких болтов, ребят. Так, проводов от противотуманок нету. А то сейчас будет так, чтобы провода ездили. Где будет делать? Нет. Нету. Нету ничего. Так, ну тут потом если делать. Так. Так, видите, ребят, промывили на все. Ребят, я потом еще сам промывили. Вот видите, вот там все вмовили. Так что, как бы там не хаяли, что эта фигня, как там в салоне. Тут все промывили, да, ребят. Ну, я еще промывили, чем мне не трудно. Тут даже проводов нету. Это получится, а то мне Вовка будет делать. Так, ребят, сейчас я с головы сниму. Немножко вам хочу показать. Тут тоже такая небольшая херь. Так, сейчас еще посмотрю. Так. Не знаю, покрашу. Может, черный цвет есть. Ну, как все нормально здесь. Смотрите, ребят. Опа. Тут какая-то херня. Ну, это автоваз, ребят. Видите, что-то сделано. Защита. Туда что-то было. Еще защита прикреплена. Да. Товарищ автоваз. Вот это, ребят, не понимаю, что такое. Как, какие-то камушки тут лечу. А, с другой стороны, откуда они там? Вот это дно, так я понял, вот там дно, видите, ребят. Дно. Антикорель, вот даже видно все дно. Видать, она где-то с этого, с коллектора или с чего там, сгорала и падала. Ну что, тут поржавчина, ребят, ничего нету. Вот тут только ржавеет, что-то тут отверстие зачем? Зачем такие должны тут? Еще это прикручиваться должно быть. Так, вот все, ничего не капает, все чистенько. Да, ребят, ну видите, дно-то промовилино. Нормальный антикорм. Так что не знаю, смысл его еще. Что здесь чернее, так это ржавеет такой болты. Так, я потом подниму защиту, ребят. Сначала надо было защиту открутить, потом бампер. Мы ее защиту прикрутим, чтобы заехать потом. Типа защита в подарок. Посмотрю по чеку, ребят, она с антикором. Антикор 11, ой, 14 стоит. И защита 3000. На сале 18 тысяч мы делаем тебе антикор. А 18 тысяч, это будет тебе подарок. Там кондиционер, водички бежит, вы видите. Короче, ребят, везде нас обманывают. Не слушайте никого. Везде пиздеть. Работа не такая. Ну, там, видите, ребятушки, все желто. Ну, как бы все. Пойдемте делать фары. Так. Здесь, видите, мой вильчик. Ну, это мой. Где еще должно быть? А, это, блядь, бампер здесь у меня лежит. Здесь бампер лежит, здесь ничего не должно быть. Вот здесь почему-то ничего нет. Отверстие есть. Для чего, не понимаю. Ребятушки, фары у нас тут, ребят, делают. Я потом еще уже тюнинг фары сделал. Видите, я мне сделал настройки. Мне еще чувак подходил, сказал. Вадик знакомый у меня делает. Я даже не знал. Ну, как бы так. Болтов вообще капец, ребят, чтобы снять бампер. Ладно, пойдемте, ребят. Вас поставлю сейчас на табуретку. Ребяточка, ну опять я вас сидел на голову, хотел на стул. Ладно, будем так. Опа, присядем. Ребят, ну что у нас тут задача? Сейчас у нас такая. Ну, я думаю, кто захочет, он посмотрит. Сначала вот эти штуки нам надо. Она эти нижние, ребят, она входит сюда, откручивать. И потом уже эти мукормоны снимать. Так. У нас на чем? Болтики. 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 Болтики.
Сейчас их просто потом будем отщелкивать. Ох, ребят, на улице надеялся, там загорать можно было. Так, где они все? Вот. Какие болтики от вас. Да и болтики там сдержат. Какие-то болтики-то специальные. А я просто этой ручкой. Ладно. Так. Кое сюда пока слаживать. Короче, ты не взял. Ух, как оно там что-то. Так. Где у нас это еще? Так, что, понять не могу, где у нас тут? Что снимается-то? Вот это. А, верхний, правильно все это говорил-то, ребят. Может полты взять там звездочки, что же там у меня? Так, 2. Блин, что-то сейчас у меня. Так. Ребят, конечно, это мог быть еще человек сделать, ну. Во-первых, не платить им, времени не терять, он человек занятый у меня. Сам поковыряюсь. Мне как бы трудно, бляха. Во-первых, ребят, надо другую, блядь, брать какую-то звездочку, что ли, мне. А ёпарсты. Может, вот какой-то мудак я. Так, пойдем посмотрим, мяшки, что у нас тут. Такая звездочка, так. Покрупнее или поменьше, ну, бляха. Придумал тоже какие-то. Нет раньше, блядь, крестовая, да и все тут всякие эти. Ох, еще не подходит, бляха. Тут не звездочка какая-то. Так, я будем крутить. Как крутили. Так, может, да, поменьше. О, точно, вот он. Всем тут под одну, наверное. Ничего не растерять. С шляпками сразу таки. Сейчас, ребята, одну сторону сниму, а вторую уж там буду так снимать. Ну, понимаете, что делаю первый раз. Типа, видосов насмотрелся. Ох, сейчас, благо, YouTube есть. Так. Раз, два, три. Так, сейчас вот эти штучки надо понять, как они работают. Так, вот. Вот эта, ребята, штучка. Отгибаешь ее. Раз, эту продавляешь. Так, это что у нас? А, вот у нас тут очень тоже. Вот так ее же отгибаешь. Раз, надавляешь. Опять отгибаешь. Оп. Ну, придумал, конечно, блядь. А вы говорите, автоваз, блядь, не может. Все могет. Только как-то проще бы, что ли. Дальше. Так. Здесь еще какой-то, даже. Держит, так. Это что? Это же. Это непонятно, что это может держать у нас. Так, ну все, смотрим, что у нас там происходит. Так, видите, ребята, она входит, хоп, все. Ее сняли, чтобы вы понимали, ребята, видите, по одной не снимешь, она вот так держится. Все, это у нас на одну. Так, сейчас нам надо снять, что вот этот. Так, ну и вот так же, ребята, что он без болтов, он вроде только отверткой, если я не ошибаюсь. Посложнее понять, как. А нет, ничего посложнее, просто отгибаете, ребят, там тоже. Да, ну там то хоть видно, ни хера не видно. Бля, как надо. Ну что, а то вас не перестает вас удивлять. Да я паразита. Так ты на это будешь, а вот. Вот он, смотрите, хоп.
Начал чем-то давить. Просто. Так, бля. Хера. Ни хера. О, а я не туда пошел-то. Я просто. Мне тут надо снимать. Чуть-то не снял. Так. Так, отгибаем. Опа. Так, отгибаем. Да, вот это самое, походу, это, ребята, говнистое. Блять, ребятушки, надо как неудобно. Ну все, ребят, в общем, снял. Вот она так раз, и пазов-то хоп. Она вставляется в пазы. Сейчас протерем. И будем. Будем одну соберем, потом вторую включим. Ну, ребятушки, когда я сложу, вот это самое длинное. Плохо. Пойдем, а то заходит, потом чики надо выводить так. О, ребятушки, да я лучше вас, наверное, поставлю. На табуретку, чтобы смотреть на табуретку, что не будет. Не вариант пока. Я не привык слова снимать, друзья мои. Ну все, ребяточки, вроде подключил вас. Все, камеру настроил, тут немножко разобрался так. Так, мы сейчас будем поглядеть, где правая, где левая у нас. Опа! Ой, друзья мои. Извиняюсь за неудобство. Если что-то непонятно, неудобно. Так, постараюсь сюда начать ставить. Вот так вот. Будьте. Все равно будете понимать, ну так. Здесь такой пазл. Пазл нужно вставлять. Раз. Оп. 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 Так, где она? Где она? Так. Где это я стоял? Так, так, так. Отверстие. Ну все, вроде должна быть она. Так. Подъехал там Мишаня, наверное, подходник. Да, ребят, что-то как-то херово подходит эта штучка-то, ребят. Вот она села как-то, бляха. Заклепалась все, вроде, ну что-то как-то мне не нравится эти щели. Ну-ка, я посмотрю, там ты это что-то посмотрел сейчас. Ах, блядь. Ёпта, такие же щели, ребят. Ёпарасоты. А я, блядь, пытаюсь, мучаюсь. Все, ребят, щели одни и те же. Я думаю, что такое какие-то щели? Ладно, ребят, сейчас саблю оденем. Ребятушки, ну все, собрал саблю. Все, купил щели такие. Я что-то как-то с ладок не замечал, что они такие щели-то вот там. Это родная, ребят. Ну ладно, потом что-то у нас с герметиком черным сделать, ребятушки. Вот первая, блядь. Шляпа. Ну это бампер, ладно, бог с ним, что. Друзья мои, там вот отверстия, это что на фарах такие отверстия, это вот куда что-то входит. Только сейчас увидел. Ну все, закрутил. Сейчас, ребятушки, кваску попью, что-то я упрел. Это, ребят, прикиньте, вот я уже 2 часа только снимал и одну штуку делал. Это капец, почему, ребят, я говорю, делайте сами. Друзья мои, за это вас деньги возьмут. Так, видео по установке. Это фигня. Сейчас, ребятушки, надо понять, как бы ее установить, где вверх, где низ у нас. Видите, не знаю, как идет. Но я не думаю, что оно так должно. Потому что здесь болтик регулировки, он должен снизу быть, ребят, да? Как он, блин, понять-то, где вверх, где низ? Туда обозначений никаких нет. Только есть регулировка. Регулировка. Ну, скорее всего, если регулировка снизу. Бампер. Так одевается, вот называешь, регулируешь. Уж сверху никак не поплести. Ладно, так соберем, ребят. Ну что тут, болты идут, ребят, что тут? Крутил. Все. В 3 болта. Ну, это на видео даже у всех. Почему по 3? Не 4, а по 3. Сейчас кручу, ребят, все соберу. Полностью 2. Я уже сюда вкручусь. Ребятушки, ну все установил. Блин, тут, ребятушки, надо сам почитать. Все правильно сделал. Все, вот видите. Вот так вот они получились. Вау. Ну прикольно, ребят. Блин, я не знаю, там, конечно, пишу херня, но не знаю, прикольно смотрится, ребят. Ждем завтра, ребят. Если мне завтра все сделают, я вечером соберу бампер и поедем.
стемнеет. Поедем, попробуем по ненастроенным. Ай, шикардос. Не, ребят, прикольно. Как ни крути, там они вообще посмотрятся прикольно. Тут я не знаю, что это. Пофиг на это. Там не видно их полосы, ты просто так уже накапываешься. Вау, 5 линз. Поглядим, друзья мои. Ну все. Для вас это мгновение, для меня это время. Ребяшки, забыл, пока собирал, увидел там штучку, это подарок-то, ребят, прикрепил. Блин, а что, тема-то нормальная, хоть и скажут, что колхозная, что? Чик, и все, так не болтается. Правильно. Хоп. Все. А что, мелочно, приятно, ребят, подарочек. Как бы казалось бы. Почему бы и нет? Почему так приклеилось, как все специально входит? Я сначала думал, как его здесь размещать, а потом понял, что раз так зачистил. Скотч. Все, что закрывается. Оп. Оп. Блять, а. Это сука. Вот не могут сами автомасты, ёб твою мать, сделать такую херню. Вот копеечную. Раз подарки даже дали. Ну, блять, а. Ладно, ребят. До встречи. Все тут собрал. Зацепил. Это, ребятушки, скорее всего, наверное, мойка. Градусник от смогу. Ну, как мойка-то его. Да? Почему? Вот эти тоже что для чего, ребятушки? Пишите. Ребятушки, ну что мне сделали? Вечер, время вечер. Блин, ребят, столько делов оказывается вообще. Вот так они все, ребят, не знаю, телефоны снимают. Качество может не так. Сейчас посмотрим. Ребят, ничего не настраивал вроде. Ну, надо бы настраивать, это видите. Получается, левый немножко опустить. Но это потом. Так, ребят, сейчас мы посмотрим, как это будет светиться. Так, мы сейчас здесь отключим. Так. Так. Что мы отключаем против туманки? Это габариты, ребят, горят вечер. У нас габариты. Включаем против туманки. Так, выключаем. Ближний свет, ребят. Включаем габаритки. Это великая зона. И вот всего, да? И вот. Чик. Сейчас поедем, ребят, посмотрим еще. Я смотри, все сделал на кнопочке. Все путем. Только надо, ребят, габарит включать. Если габарит не включишь, ее бесполезно включать. Вот, то есть на этих днем ее. Ну, это прикольно. Вот габариты. Это все горит. Чик. Холодос. Офигеть, ребят. Не знаю, настраивать надо, конечно. Да я сейчас не понимаю, стоит с фарами, нет. Я думаю, не буду уже с фарами заморачиваться. Вот сейчас ближний включим. Вот дальний. Вот габариты. Сейчас вот здесь проедемся. Сейчас отключим. Вот так вот, ближний. Сейчас мы туда отъедем. Я думаю, ребят, даже, наверное, не буду замариваться с фарами. Настроить просто их, надо подкрутить. Заехать куда-нибудь, ребят, на стенд. Или куда там, как это, куда это заезжается. Сейчас по гаражам проедемся и проверим. На ближнем. Конец, капец, ребят, время, знаете, сколько? 10:30, ребят. 6 часов мне человек, блядь, занимался там. Ну, все по-моему делал, ребят. Ох, носок сверкает. Ребят, ну что, поедем, просмотрим. Смотрите, ребят, это, правда, не так темно. Вот это у нас получается ближний. Вот, ребят, смотрите, ближний. Дальний. Нормально, в принципе, дальний. Вот габаритки. Хо-хо, ребята, вы видите, я не знаю, передают, не берут. Смотрите. Наверное, надо будет немножко опустить, ребята, а потом выйти посмотреть, слепит, не слепит. Офигеть, друзья мои. Нужен этот дальний, нет? Дальний это вообще не видно, ребят. Еще раз говорю, ребят, покупал их 50 ватт. Вау. Правда, бы лампочки, конечно, поставить светлые, а то мне получается против туманки белые. А это... Как они, желтые. Ребят, офигеть. Офигеть. Нормалек, только сейчас, ребята, там поставлю сегодня гаража. А что такое, такое не могу еще привыкнуть к машине. Так, ребят, смотрите. С ними и без них. По бокам ничего не так, гаражи все видно, ребят, смотрите. Нормально. Вот дальний. Какой тут дальний, тут дальний-то. Тут эти галогены, смотрите. О. Офигеть. Смотрите. Сейчас, ребята, там выйдем немножко, посмотрим, слепит, не слепит. Ну, в принципе, это вот
по этим смотришь, так вроде как бы это. Ну хер его забит, я не знаю. Смотри, там еще подключу. Пойдемте поглядим. Опа. Опа. Ну, ребят, я как бы сказать, вот если ниже так вот, да, слепит, а так вот. Нет, ребят, нормально, ну немножечко еще пущу их. Блин, вообще, видите, я что говорю, желтые фары, это белые, вот их бы белые огни сделать, вообще будет шикарно. Фух, пушка, ребяточки, пушка, свет вообще, а смысл какой-то другой сейчас ставить еще? Ха, нормально, друзья мои, вообще. Офигеть. Офигеть. Я просто обалдею, ребятушки. Я включу весь свет. Ох, ребятушки, передаю себе камеру. Так что, ребятушки, как бы так. Ребят, вообще прикольно. Спасибо огромное, что смотрели меня, ребят. Ну, я думаю, это по крайней... Пока, наверное, это уже по крайней будет. Потом, после юга, может, что-нибудь приеду, расскажу вам, что с машиной случилось, что не случилось. А так будет смотреть на юге, ребят. Ну, все, ребят, честное слово, уже устал. Уже не знаю, что делать, ребят. Уже все сделал. Так что, ребят, спасибо огромное, что смотрели. Подписывайтесь, ребят, ссылочки на все, все, что это, я оставлю в описании, ребят, переходите по ссылочкам, ребят, подходит, ребят, еще раз хочу сказать, если вы ставите вот эти, как они, линзы, галоген, или как они там, их надо попадать в полярность, то есть, если простые ставить, то не надо полярность попадать, я поставил сначала, бляха, не работает, нахуй, звоню Володе, Володя говорит, попробуй, поменяй, местами поменял, бляха, вот, работает, ребят, там полярность надо попадать, так что, ребятушки, поедем, поглядим, надеюсь, пиздов мне не дадут, нахуй. Так, это что у меня? Так, свет включил. Сейчас. Так. Опачки. Ребят, ну вообще, смотрите, это вообще как... Это просто что-то. Сейчас видим, ребят. Офигеть. Надо, блядь. Вот казалось бы, против туманки. Там, ребят, я еще потом, может, как-то идем, покажу. Вообще не закручу. Опа. Все моргает у нас так. Как днем, ребят. Офигеть. Надо говорю, еще проверить сейчас. Проедем. Слеплю, не слеплю. Шикардос. Ребят, на этих гаражов не видно. Гаражи видно. Не видно. Даже он до знака дотягивает. Офигеть. Ребятушки, сверкают у нас, капец. Что-то будет. Успел, ребят, блин, весь вечер потерял сегодня. Ну я что потерял, я ждал, гараж только дел переделал, ребят, капец. Ну и Володя, блин, я говорю, сколько должен, с 6 часов до 10 мне тут ковырялся, блядь, и всего 1000 рублей, ребят. Ну я рыбка, конечно, выстил, которую готовил. Ну ты че, блядь, не вижу таких людей, которые перед самым поворотом, блядь, включают, нахуй, поворотники. Видишь, блядь, чувак ждет, нахуй. Ребят, ну тут дальний, я даже, я думаю, дальним-то вообще что-то показывать. Ну, дальний нет. Смотрите, ребят. Сейчас посмотрим, ребят, моргет, не моргет там, блядь. Точно. Где понизить будет нижний. Да вообще, ребят, блин, все, обочину все видно. Вообще шикарно. Ну, ребят, напишите свои комментарии. Напишите. Ну, моргет, не моргет, это все проедем. Я прям, в принципе, сверху еду. По идее, он должен моргнуть был уже. Снизу я сверху. Смотрите, все обочину видно, ребят, блин, капец. На море поеду, вообще шикарно. Друзья мои, согласитесь. Ну, не моргает, ребят, сейчас еще проедем. Это, ребят, у нас Рейсинский Агресс. Все видно, ребят, вообще. Блин, скажите, радость, как ребенок, ребят. Да, реально приятно, когда такой свет. Еще белые поставлю, что-нибудь, лампочки. Чтобы не отличались, да. Ну все, ребят, спасибо огромное, ребят. Ссылочки, еще раз говорю, оставляю в описании, ну, там, где я покупал это все. Все, провода, все подошло, все, вообще. Переходите, подписывайтесь. Ребят, ну, смотрите, еще раз. Видите, сейчас поворот, вот, ребят, смотрите, вхожу в поворот. Вообще, капец. Друзья мои, ну все, всем пока. Давайте. Увидеть что-нибудь придумал много, все видно вообще, кто-то на обочине гуляет. Сейчас пошли с детьми. Ну все, ребят, пока-пока.